Сегодня в Омске на улице Завертяева в кювет опрокинулась газель, следовавшая по маршруту номер 410. Никто не пострадал, пассажиров в салоне не было, фотография попала в сеть. Пользователи разместили информацию о том, что ДТП произошло по вине водителя, у которого во время движения случился приступ эпилепсии. Следственный комитет заинтересовался этим и начал проверку. Следует отметить, что в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года утвержден перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, в частности, болезни нервной системы, эпилепсия. И поэтому, исходя из этих обстоятельств, во время проведения доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям тем лиц, которые, во-первых, организовали пассажирские перевозки и допустили к управлению автотранспортным средством водителя, который имеет заболевание, не препятствующее управлению автотранспортным средством, а также действиям лиц, которые выдали водительское удостоверение.